Ну что, мы прошли страх, то, что мы хотим друг друга убить. Мы прошли страх, что мы друг друга хотим свести с ума. Тайну заговора вошли вместе. Что дальше? Мне еще нахуй 22 года. А я с тобой столько прожила. Значит, научиться жить. Все гениально просто. Подожди. Почему? Почему люди все изъедают, ничего не учат? Почему все наоборот-то происходит, блядь? Почему такой процесс начался? Это же так просто. Идти вместе. Какой сливаться? О чем сливаться? Вы что напридумывали? Я это ты. Вы что напридумали? Выход из тела какой-то, нахуй. Какой выход из тела? Напридумывали. Вы что напридумывали? Куда-то за кем-то идти до конца, блядь. Зачем за кем-то куда-то идти? Я хочу есть. Ты чувствуешь голод. Сходи и поешь. Хватит думать, блядь. Хуйня какая-то. Вы что напридумывали? Диеты, здоровье. Оставь меня в покое. Хоть в моем доме. Хорошо. Слушай. Может, нахуй он спал? Может, спал сейчас? Турия. Миша, разница. Сон, какой сон? Ой, не хочу думать. Нет, это опять, блядь, какие-то хуёвые дебри, блядь, которые придут. Блять, своим мозгом, нахуй. Доверяйся своим чувствам, блять. Доверяйся чувствам. Это же так просто. Если ты напряжен, блять, значит, что-то не так. Если некомфортно, а что-то не так, блять. Ты же надо исправить. Тебе же все тело говорит. Если ты хочешь трахаться, значит, ты хочешь трахаться. Какие там что-то там духовно о чём, господи, что вы нам придумали? Люди, что? Я что-то так тихо говорила? Люди, что вы напридумывали?
А можно, кстати, еще название такое? Жизнь Бога. Как вам? И оглавление. Как я превращалась в Мишу? Как я там умирала? Как я страх смерти? Вот, наглядно показать страх смерти, блядь. Вообще охуенная хуйня получится.